Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Идем, короче, мы спасать помощников Сомы. Вчера мы на этом остановились. Я скажу так, за кадром, короче, я совершил один набег. Мне нужны ресурсы. Ну, ты помнишь, короче, ресурсы нужны, чтобы улучшить лагерь. Вот, набег я совершил, но ничего не улучшал, то есть это уже мы улучшим вместе, скажем так. Лети, Сюнин. Не стал записывать набег, потому что там, ну, блин, бессмысленно было его записывать, далеко плыть пришлось. Саксы окружили эту хижину. Возможно, там внутри Даны. Промазал, промазал, чувак, промазал. Сокрушим врага. О, блин. Кому задать? Слушай, жесткий тип. Так, а что нам нужен ключ, да? А, ключ у нас уже есть. Ну, видимо, у кого-то из этих придурков он был. Второе письмо римлянину. Дрожащий Грациан. Несмотря на то, что ты потерпел поражение в битве при Адрианополе, войска здесь все еще верны тебе. Мы собираемся отправиться на защиту Галлии, так как многие воины родом оттуда. Все мы жаждем вновь услышать твои воодушевляющие речи, от которых огонь разгорается в груди. Прошу, отправляйся в Леон, как только сможешь. Нам нужно понять, как вновь покорить земли Фракии. Магн Максим. Так, с кем мы тут должны разговаривать? Так, а пальчик взяли. Почему ни с кем не разговариваем? Мы просто их спасаем, да, получается? Да, они просто сваливают. Ясно, ладно. Так, стрелы нужны. Еще бы нам бы еды какой-нибудь бы найти. Мы пойдем туда. Так, ну в тумане, конечно. Сюнин, разведай местность. Так, у нас кто-то есть вот здесь. Ну, мы сейчас сюда идем, поэтому...
и сюда метку и поставим. Блин, ну тут волки окружили кого-то. Жесткие. Нужно быть осторожнее. Волки, говоришь? В смысле ты не попал? Так, с них кожа, да? Кожа — это хорошо. Ну чё, блин, братан? Ну, погоди, еще один. Максим, ну-ка стой, а мы можем улучшить, блин, нам бы колчан улучшить. Сколько у нас там? 500, кожи 200. Подожди, ткани нету, я понял. Так, 300 руды, 140 кожи, это провизия. Давай улучшать. В смысле максимум? Я же улучшил. Должен же больше брать. Так, ты кто? Подожди, я колчан улучшил или провизию? Я колчан же, ой, я же провизию улучшил. Интересно. Ладно. Но мы несем больше. Мы несли 2, теперь 3. Так, ну и все. Этого спасли, остался последний. Так, давай метки с карты уберем. Что-то Сюнин ни хрена пока не видит. Ага, куда-то вот сюда нам надо. Там группа пленников, Данов. Минус. Минус. Блин, все время хочется перезарядку нажать, короче. Ты еще постреляй.
Еще там один ходит, сука. Отлично пойдет. А кто-то еще? Освободите меня. Дружище, благодарю тебя. Так, ну вот, добраться до лагеря сов. В принципе, мы всех спасли, пошли в лагерь. Ну, не скажу, что было сложно. Ну, блин, туман, конечно, очень мешает ориентироваться. Потому как плохо видно, и фиг поймешь, где чужие, где свои. Да и вообще, где эта область поиска. И Сюнин ни хрена не видит. Мне вообще не нравится, как здесь птица работает. В предыдущей части там она прям вообще помогала, она выручала конкретно. Тут от нее толку, ну, по крайней мере, мне так кажется, что немного. Наши воины. Завтра к нам вернутся силы, и мы сможем отбить свой город. Я еще не говорила с Ливом, Бирной и Галином. Столько ошибок. Что они думают обо мне? Они благодарны, что ты рисковала жизнью ради них. Клянусь молотом Тора, я рада, что мы вместе. Несмотря ни на что. Галин, ты... измотан. Не горюй о павших. Они будут петь тебе хвалы в Вальгале, ожидая нас. Спасибо, Ярл Скона. Лив, ты устоишь в любую бурю. Я рад, что мы с тобой, Сома. Все как один. И знай, я пойду за тобой сквозь любой ураган, если позовешь. Бирна, я счастлива, что ты жива. Я сама счастлива, что жива. Я стольких потеряла, но вы трое по-прежнему со мной. Я счастливее всех ярлов Мидгарда. И ты, Эйвор. Теперь я тебе верю. Помоги нам вернуть город, и я всегда буду тебе другом. Мой клинок твой. За Грантебридж. Сегодня мы отдыхаем. Собираемся с силами. Едва займется рассвет, мы отобьем Грантебридж. Отдохни ты с нами, Эйвор. Бери все, что тебе нужно. Так. Я бы, конечно, бы, знаешь, как сделал. Я не знаю, будет ли возможность такая, но я бы вернулся в свой лагерь. И там его бы развил дальше. Плюс, сейчас мы пойдем, если на крепость. Похоже, за ночь в лагерь подтянулись многие воины Сомы. Если мы сейчас на крепость пойдем, то нам нужен щит будет. Нам нужен будет щит. Ну давай пока тут посмотрим, что мы улучшить можем. Я пока иду именно по красному пути, да, ну по вот этому медведю, короче, грубо говоря.
Сражайтесь и ни о чем не думайте. Первый удар противника не будет влиять на частично заполненную ячейку адреналина. Двуручный меч и короткий меч. Повышает мастерство владения двуручным мечом и коротким. Это тоже надо. Так, давай тогда на карту. Мы сюда можем быстро переместиться, поэтому пошли в наш тогда дом. И нужно будет нам развить дальше лагерь. Плюс, когда Сома с нами заключит контракт, договор, я не знаю, как там, союз, нам тоже вроде как дадут ресурсы. Мне для того, чтобы варианты экипировки были, надо построить оружейную. Где у нас тут оружейную? По карте хрен мы что увидим, да? Да, по карте хрен мы что увидим. Сюнин, укажи путь. Сюнин может указать. Мастерская, татуировщик. Незримые. Так, а где же у нас тут оружейная? Это на дом Ариуса. Эффект пира. Погоди, нам оружейная, блин, нужна. Пивоварня, торговый пост, дом охотницы, дом картографа. Уж что-то мне, по-моему, ресурсов хрен хватит. Скотовод, земледелие, дерево. Верфь. А где оружейная там? Так, это у нас рыбак. Пекарня. Вот оружейная. Сюда мы и пойдем. Сейчас посмотрим, что мы сможем сделать, нет? А что-то я не посмотрел, ворон же показывал, могу или нет. По-моему, на первый раз я смогу сделать, а потом улучшить уже нет. Там надо будет 60 этих ящиков, требуется много, а их что-то дается очень мало. Нахрен? Это что такое? Иноземные припасы, ресурсы, которые позволяют получать зал... Нетфигов и речной дракар, а также торговать с вагром. Добыть их можно. Блин, их только в речных набегах можно добыть. Ёпти медь. И чё, я ни хрена не сделаю? У нас где-то задание есть речные набеги. Лети же, Сюнин. Так, казарму. Пойдем казарму делать, чё? Тогда еще и речные набеги нам нужны. А что речные набеги делать нам? Наверное, понадобится этот... хрен знает. Короче, тут все надо. Так, это кто? Это верфь. Верфь построить не можем, 5 не хватает. Я херею, вообще ресурсов не дают. А где казармы, блин?
Кто-то, походу, зря сюда это пришел. Во, казармы. Ну а чё, ну строим у нас, блин. Так хоть деревня будет развиваться. Теперь можно вербовать больше воинов. И собрать дружину, страшнее которой в Англии не найдется. Поговорите с Эдис в казармах поселения, чтобы нанять себе помощника Йомственника. Ну давай. Кого мы сможем здесь нанять? Воины смогут отдыхать и упражняться. Да, неплохо. Как весть разнесется, больше Йомс викингов захочет биться вместе с нами. Кстати говоря, многие воины жаждут стать твоей правой рукой. Давно пора выбрать кого-то из них. Так, Игульбьорн, ищущий судьбу. А мне сейчас, наверное, это не особо как-то важно, да? Ну, пускай будет. Хорошо, ладно. Блин, ну как-то с Сомой мы не совсем закончили. Надо бы вернуться, конечно. Никогда не слышала ни о каком герое реки. Даже не знаю, что сказать. Лучше спроси у Эйвора. Сунева, незнакомец. Что привело тебя сюда? Вагн и его дружина – охотники за сокровищами. Они хотят поселиться здесь. Для этого не надо золота или серебра. Только лишь верность и честный труд. Но золото тоже хорошо. Рад встрече, Эйвор. И тебя ждут не только драгоценные металлы. На вид мы усталые оборванцы. Но знаем тайные пути вдоль берегов Англии, где можно найти много ценного для Рейвенсторпа. Хочешь раскрыть их нам? Почему? Когда стол уже ломится от яств, надо созывать друзей на пир. Вот и нам нужны друзья. Я все тебе покажу. Как починим наш корабль, вместе пойдем в набег. Спасибо за предложение. Я согласен. Как тебе наша пристань? О, такой дракар привезти приятно. Приходи ко мне, когда будешь готов выступить. Так, ну чё, давай, наверное, тогда... Ну, всё-таки сходим в набег, нам нужны те ресурсы, посмотрим, сколько мы поднимем. Так, речные набеги. Речные набеги сложнее обычных, но дают возможность добыть новое снаряжение, оружие и наземные припасы. С помощью последних можно улучшать зал йомс-викингов и речной дракар, а также покупать у Вагна новые наброски для персонализации. Но будьте осторожны, если вы погибнете во время речного набега, то потратите весь прогресс и лишитесь добытых наград. Да, мы пойдем сходим. Я хочу посмотреть, да, что это такое. Идем в набег. В первой вылазке используем мою дружину. Так проще будет показать, что ждет на берегах. Я согласен. Позже можешь отправлять на пути, которыми мы пройдем своих йомс-викингов. А мои отдохнут. Я когда первый раз играл, я в эти набеги не ходил. Я до этого
не дошел почему-то. Хотя там у меня сила была, ну, уже ближе к 200. Река Экс. Так, найдите большой сундук с провизией и заберите его содержимое. Мало кто знает, как по ней пройти. Но ем с викингом ведомы эти воды. Мне говорили, здесь римские торговцы тайком возили свои товары. Якобы тут было просто прятать следы. Столь немногие знают об этом пути, что с его помощью можно грабить соседей, и они не догадаются, что это. Больше паруса! Я сейчас не понял, куда нам надо-то. Видимо, вот сюда. Мирные селяне. Не богачи, но они стоят нашего внимания, если воинам нужна провизия. Мои люди, что обученные волки. Они подчинятся вожакам. Так, статистика набега. Во время речного набега удерживайте G, чтобы посмотреть полезные сведения о набеге вашей дружине. Уровень природы соответствует степени сопротивления, которую вы встретите там, куда придете грабить. Счетчик груза покажет, сколько иноземных припасов вы захватили и насколько заполнен трюм вашего Дакара. Также вы можете проверить здоровье всех бойцов вашей дружины и количество запасной для них провизии. Да блин! Прям какая-то такая механика, капец. Ну давай посмотрим, ну что мы можем тут смотреть. Блин, это круто все, конечно. Мне другое мне интересно. Давай! Где мы должны это все брать? Большие сундуки с провизией. Большие сундуки с провизией дают по единице провизии вам и каждому емцу викингу вашей дружине. Викинги автоматически используют провизию, когда их здоровье снижается слишком сильно. Вы можете потратить свои провизии на то, чтобы спасти поврежденного юсикинга, если успеете прийти на помощь, пока не истекло упущенное на это время. Надо возвращаться на корабль. Мы нашли все, что хотели. Пойдем. Так этого мало. А ну-ка где? Вот это фигня какая-то. Мы вообще ресурсов не набрали никаких. Блин, ну может это просто пока обучение нам так показали. Ну слушай, ну что-то прям вообще слабенько. Не опаснее драки в таверне. Будь начеку. В лагерях ниже по реке заметят дым от пожара. Чем дальше, тем серьезнее будут стычки. Уровень тревоги на реке. Когда вы грабите какое-то поселение, дым пожаров предупреждает тех, кто живет выше по реке, повышая уровень тревоги. Когда уровень тревоги достигает середины шкалы или заполняет ее, численность отряда в других поселениях увеличивается. Чтобы проверить уровень тревоги, откройте селектор быстрого доступа.
Я здесь не могу понять, где тут у нас уровень тревоги. Ну, видимо, вот это, да. Но ресурсов ни хрена нет. Найдите сундук с иноземными припасами и заберите его содержимое. Но я хрен его знаю. Где это? Ну, по-видимому, куда-то туда. Поднять парус! Лигли! По сути, те же набеги. Чего здесь такого другого, блин, нет? Смотри, военный лагерь. Там можно найти припасы. И не только, если повезет. Бой будет тяжко, но это не важно. Пусть звучит песня мечей! Ну, пойдем попробуем. Ты хрен сохранится дадут, да? Блин, не попал в ногу. Сундук с иноземными припасами. Сундуки с иноземными припасами попадаются в военных поселениях и монастырях. А внутри них могут оказаться снаряжение, оружие или иноземные припасы. Последние можно расходовать или перестройки на постройку и улучшение зала Йонсквитингов. Также их можно потратить, чтобы улучшить свой личный Дакар или купить у Вагна разные необычные предметы. Что тут со мной? Нужно отвезти в поселение. Ну, полтинник с ящика, это на самом деле маловато. Это мне, блин, таких ящиков, допустим, чтобы 200 набрать, да, надо 4. Кожа руда тоже полезна. Заперли с той стороны. Так, силой можем мы здесь открыть, нет? Блин, а что, сундука нормального здесь нету? Ну, видимо, здесь нет. А душка, блядь, какая-то. Ну ладно, пойдем. Еще один набег нужно сделать. Блин, сохранение недоступно. Че недоступно-то?
думал, ты будешь сражаться вместе с нами. Ждешь боя посерьезнее? Я нынче больше правлю... Мысли на бег, мы же завершили его. Воин, а не сражается. Знаешь... Получаешь одну за другой тяжелые раны. Все начинает так болеть, что с корабля не сойти. Ладно. Парус! Вперед! Лови ветер! Вот туда пойдем сейчас. Блин, сейчас мы просто в какую-нибудь зону зайдем. Охраненную недоступно, блядь. Где противник сильный, и нас положат нафиг. Ну тоже малый лагерь. Нет. Да блин. Типа малые лагеря, короче, ясно, нехрен тут делать. Может, кожи где-нибудь найдем там. Да еще чего-нибудь. Или ни хрена мы здесь больше не найдем. Ну-то ящиков вот нету таких, которые нужны. Вроде дома, и хрен ну что возьмешь. Главная добыча! Уходим! Ладно, давай дальше по реке. Я бы уже возвращался в Рейвенсвуд. Дай дружине знать, как будет. Возвращение в поселение. Если вы хотите вернуться в поселение, возьмите на себя командование речным дракаром, после чего удерживайте G и выберите, чтобы покинуть реку. Ну, это я знаю. Это я знаю. Но пока нет. Сюда сходим. Можем, нет? Блин, он что-то прям мало что показывает. Оставшаяся дружина, бла-бла-бла. Ладно, идем.
Покормим же ворона! Блин, не планировал я, конечно, идти на беги, ну ладно. Тут могут быть посильнее чуваки. Лизнуть хочет крысёныш или улизнуть? Блин, и тут что ли нифига нету? Так, в речных набегах на спасение поврежденных сумках на ограниченное время. Кроме того, на это нужно потратить единицу провизии. Сумки, которых вы не спасли вовремя, сами доберутся до Рейвенстропа, чтобы оправиться от ран. Но их нельзя будет брать в следующих несколько речных набегах. Держись, я иду! Нужно спешить. Нельзя терять воинов моей дружины. Вообще, дружина не моя, ну ладно. Нет, огонь! Да вы заколебали, блядь, слышь, ты чё? Ты будешь гореть, я буду тебя поднимать, что ли? Ты заколебал, блядь. Аккуратней, чувак, с огнем будь, блин. Кто ж так бьет, а? Так, приятно. Ну, здесь, короче, такие ребятки. Тор, дай мне силы. Эй, я сам не справлюсь. Эй, сюда. Вот если бы мы... Ты мне какой-то дали щит. Ну тяжелый, блин, опять же, мне тяжелый не надо. Тяжелый мне не надо. Здесь есть чем поживиться. Эй, подойди-ка сюда. Еще один набег нужен. Вот только вытянем ли мы. Тебя ждет смерть. Вот где мой корабль? Все, набег завершен, погнали отсюда. Просто надо мне 200, что, ну ты понял, да, чтобы построить казармы все-таки.
Но у меня, блин, со здоровьем не очень хорошо. Кто-то ранен. Жаль. Но в дружине воины крепкие. Раненые сами вернутся в поселение. Так, и что у меня получается? Сколько мы потеряли? Понятно, да, по этой фигне. Как нам тут пройти? Видимо, куда-то вот сюда. У меня, блин, четверо осталось. Мы тут не сможем. Или сможем? Просто уже ходил на бег и ходил уже, чтоб не зря. Ну еще полтинник материалов надо, ну. Пец. Ну, давай попробуем, наверное, так отсюда, что. Пробуем, короче, и возвращаемся. Так, сохраниться можем. Блядь, сохранение недоступно, плохо. А в речных набегах, наверное, нельзя сохраняться. Уже довольно-таки большое поселение. Надо быть аккуратным. Провизии бы где-нибудь бы взять. Блин, чё он убежал? Валим. Не, блин, без провизии нифига не получится. Сейчас еще эти подохнут. Где тут жрачка есть?
тут нифига нет. Он пытается по мне стрелять. Вместе мы с вами. Блин, тут есть что пожрать. Да валим, валим. Нет, тут пожрать даже нечего. Сейчас еще и меня вальнут. Ну да, и все потеряли, короче. Интересно, вообще прям все? Из последнего набега что-то может осталось? Я рада тебя видеть. Подожди. О, кажется, будто прошли годы. Здравствуй, Валка. Тебе здесь всегда рады. Как ты? Все хорошо. Я в этом мире. А твоя мать? Она, наконец, обрела покой. И будет странствовать по миру, зримому лишь во сне. Мы можем лишь мечтать о подобном. Верно. Ну же. Как прошло путешествие? Волнующе. Ветер и волны благоволили нам всю дорогу. Мы летели, как птицы. А как ты? Несмотря на суровый вид, блеск в твоих глазах согревает мой дух. Может, это надежда? Наше поселение растет, люди счастливы, и я ожидаю большего. А видения? Порой приходят. Но не стоит об этом. Позволь мне помочь с вещами. Сюда. Мы нашли для тебя место у подножья холма. Каждый час нашего пути я пыталась призвать видение этого края. И получилось? Я узрела деревья, воды и холмы. Но не ожидала, что здесь так зелено. Чудесный успокаивающий цвет. Бальзам после долгих дней в море. Там он что-то написал, что, блин... Что тебя привело? Надеюсь, поселение не проклято? Ха, нет, разве что в кузнецах тут у вас какой-то уволень. Не часто удается ощутить себя дома, только что переплыв море. Это сильное место. Живое. Ты предвидишь для нас величие? Предвиденье ни при чем. Это голос сердца. Он сказал, что-то там в казармах, короче, будет. Неужто, Валка? Что ты добиралась так долго? Я лишь хотела убедиться, что здесь все в порядке. Поговорим, как обустроюсь, Рандви. У меня уже руки отваливаются. Что это? Самые тяжелые запасы. Свинец, кость кита, золото.
Вот и правильно. Пусть он наконец потрудится. Ты многих привел сюда, чтобы начать новую жизнь на чужих берегах. Скажи, ты доволен? Пожалуй. Я рад тому, что смог построить, и тем, кого защищаю. Ты говоришь о себе прежде прочих. Возможно, открывая больше, чем хотелось. От Мелиора. Здравствуй. А кто это такой? Октавиан. Странный человек. Вы подружитесь. Смотри, твой новый дом совсем близко. Расскажи о своих видениях. Они почти те же. Изменилось лишь то, как ясно я вижу. Видения все больше напоминают воспоминания, а не просто сны. Всеотец все так же является тебе? Да, временами. И говорит со мной, но это даже звучит безумно. Понимаю. Спасибо тебе. Поставь все там. Мы на месте. Тут славно, как ты и обещал. Дай мне только устроиться, и мы вновь начнем говорить о твоих видениях. Валка, не стоит. Эйвор, это великий дар. Тебя коснулись боги. Прошу, дай мне помочь. Я знаю, как прояснить твои видения. С помощью одного зелья мы можем открыть твой ум миру богов. Если хочешь, я сам позабочусь о твоем доме. Но на это нужно время. Превосходно. Спасибо тебе, Эйвор. Не за что. Добро пожаловать. Так, а нам теперь еще дом мне надо, блин, отстроить, да? Капец. А это опять набеги. Блин, надоели мне эти набеги, если честно. Так, давай тогда глянем, что у нас там с речными набегами. Так, научите тебя зам речным набегов вместе с Вагном, его верной дружиной, опытной вёрсквитингом. Так а мы же вроде бы это сделали или что, или... Или ни хрена опять. Блин, а зачем нам сюда? Ёб ты как? Он что-то сказал в казарму прийти. Но казарм же у меня нет еще. Так, это кто? Кнут, что это ты здесь делаешь? Эйвор, нам нужна помощь. Кому нам? Сильви и Эйра в беде. Мы отправились в лес и некогда объяснять. Пожалуйста, помоги. Они целы? Нет, не целы. Все плохо. Веди меня. А тут, блин, что? Пришло новое послание. Так, записка Норвуда. Боги благоволят нам. В одной пещере у Нордвика я видел живую легенду. Бьорна Берсерка. Огромный белый медведь ходит с ним всюду, а мерсийцы следуют за ним по пятам. Лазутчик Норвуд. Бьорн.
Бьорн — кровавый зуб. Берсерк — это страшный враг и ценный друг. Он нам пригодится. Надо бы его разыскать. О, сколько тут задания. Так, записка Сунивы. Эйвор, боги, видно, прокляли нас. Саксонская аббатиса по имени Вульфхильда прибыла в небольшую деревню в западной части Восточной Англии и рассказывает об ужасном чудовище. Мне не довелось еще видеть его, но она утверждает, будто оно бродит меж селениями, убивая скот. Батиста желает положить конец этой угрозе, но сама не способна одолеть в бою настоящего драуга, бежавшего из Нижнего мира. Вот случай прославит наш клан. Надо найти эту Батису Вульфхильда. Ага, найдем. Где они? Рядом! Нам надо спешить! Я так до Собы хрен когда доберусь, если мы так будем играть, блин. Все, сейчас пацану помогаем и... Соми идем. Если что, потом на беге сделаем. Что случилось? Они в опасности? Возможно, я их даже... Нет, если мы поспешим! Сделаю за кадром. Ну, то есть мы посмотрели, как это все происходит, а уже пофармить ресурсы, я думаю, я смогу самостоятельно. Вряд ли кому-то будет интересно смотреть, как я делаю там набег за набегом. Куда теперь? Сюда! Почти на месте! Пацан, ты вообще кто? Откуда ты взялся? Отвлекаешь меня от важных дел. Так и я-то ну, бегу быстро. Объясни, наконец, что происходит. Не могу. Ты все равно не поймешь. Просто поверь мне. Значит, он смог. Ты смог. Ты привел Эйвора. Молодец, Кнут. Что это все значит? Прости, Эйвор. Пришлось тебе наврать. Но это не я, это все Эйра придумала. Лгать, чтобы привлечь внимание, очень плохо, дети. Мы нашли собаку. Она в беде, угодила в ловушку. Мы боялись, ради собаки ты не придешь. Да. Кажется, это не собака, Эйра. Это волк. Но волк тоже собака, нет? Мне мама говорила. Конечно, так и есть. Вы послушайте. Точно, пес. Эйвор, если ты нам не поможешь, мы сами попробуем. Нет, не надо. Дайте подумаю, как быть. Нужно помочь. Небось, голодная, бедняжка. А где она? Так плачет. Спаси ее. По ней наверняка детки скучают. Найти способ освободить волка. Мне нужен ключ. Если повезет, он будет где-то рядом. Ага, будет он рядом. Дети тебя, наверное, не видели, бедняжка. А то по-другому бы запели. Кажется, кто-то на тебя напал. Другой зверь. Ключа нет. Надо осмотреться. Так, а что если мы... Где-то что-то вон там, да? Ролес бы тебя разделал как надо. Но придется самому проверить, нет ли у тебя ключа. Так, ключ нашелся в свинье. Ну, блин, офигенно, чё. Надеюсь, не придется ее убивать при детях. Стол накрыт. Домой он не добрался. Значит, хоть умер быстро. Дневник охотника. Заключать союзы с дикарями и данами опасно. Вопреки моим предостережениям, викингов пригласили в деревню. И наши люди вовсю общаются с этими недоумками. Чтобы они все провалились. Открыв ворота перед чужаками, они закрыли их передо мной.
Лучше я буду жить в одиночестве, но в безопасности, чем среди бардака, который они устроили. Ты пожил в одиночестве. Тут следы клыков. Может, волчица помогала на охоте? Кстати, давно не заходили. Столько охотничьих трофеев. Хоть какая-то память останется. Не заходили в магаз. Надо же там нам всякие безделушки попродавать. Тихо. Дневник охотника 2. Ты на вид добрая. Наверное. Из щенка, который ошивается рядом и выпрашивает объедки, выйдет неплохая охотничья собака. В свое время я убил больше волков, чем могу сосчитать. Но это, похоже, слишком много времени пробыла вдали от стаи. И лишилась своих хищных инстинктов. Если она кажется полезной, я даже дам ей имя. Так, ну что, выпускаем? Эй, спокойно! Обманут детьми, рун волков. А когда-то я был воином. Как вы? Видели волчицу? Да! Она свободна! Ты чудо, Эйвор! Но она убежала и спасибо не сказала. Может, просто спешит домой? Ее мама и папа наверняка волнуются. Или ее муж волк. Или жена. Кто знает? Зато точно известно, что вам троим пора назад. Пока родители не решили, что вас всех съели волки. О, точно. Не грусти, Кнут. Ты вел себя смело. И вы тоже. Больше не ходите гулять в лесу одни. Вы меня поняли? Но ты постоянно где-то ходишь один. Я очень мудр. А вы еще многого не знаете. Да, но нас же трое. Значит, мы умнее в три раза. Боюсь, это не совсем так. Я боюсь, что это совсем не так. Все целы? Нас спасла она! Собака-волк! С волка! Что? С волка! И собака, и волк! Нет, мне не нравится! Давай назовем ее... Мышь! Глупости! Ее должны звать... Живака! Она же все жует! А ты что скажешь, Эйвор? А я за волка. Ну, это самый такой вариант, мне кажется, нормальный. С волка. Такая же глупость, как и все это. Она наш лучший друг. Пора возвращаться домой. Нам всем. Ладно. Мы же просто искали приключений, как ты, Эйвор. И нашли. И подругу завели. В приключениях также нужно искать полезные знания. Ой, это скучно. Блин, в натуре я занимаюсь ерундой какой-то, елки-палки. Итак, что же мы сегодня узнали о диких зверях, дети? Ну, мы узнали, что с ними надо дружить. Они прекрасные друзья и очень добры. Мама учила меня бояться зверей. Много она понимает. Давайте по пути домой обдумаем все, что случилось. Только молча. Ресурсы бы как-нибудь посмотреть. Интересно, он мне покажет, сколько у меня этих... Ноль.
Короче, набеги придется опять совершать. Ладно, хрен с ним. Опять так опять. Кажется, вы ей нравитесь. Конечно! Мы ее спасли. Без нас она бы погибла. Как кабан, которого ты убил, Эйвор. Вы видели? О, да, мы видим все. Не надо об этом болтать, ладно? А ну по домам. И новую подружку не забудьте. Подает. Натравите на врага своего волка. Блин, а это неплохо. Поставим вместо ворона. Так, еще и опыта дали, да, нехило так. Ладно. Повышает мастерство владения тяжелым щитом. Блин, я тяжелыми вообще не пользуюсь. Молотами тоже. Это оглушение, да? Все, валим к Соме, короче. Ну нафиг, блин. Так, где у нас эта задача? А то я бросил и погнали, короче, к Соме. Сому точно нужно сегодня сделать. Нам нужен этот союзник. Плюс, опять же, она ресурсы даст. Хотя нам сейчас другие ресурсы нужны. Не-не-не-не-не-не-не, оставь, оставь. Занимается день, и ветер свеж. Все ли готовы к грядущей схватке? Пора вернуть ваш город. Прекрасные речи. Жди у западных ворот Грентабриджа. Мы собираемся там. Дома ты не больно-то рада приказам, кроме как от самого Ярла. Я сражаюсь лишь за Сигурда. Пока ты здесь, Даг, ты сражаешься за меня. И ради союза с Сомой, за нее. Так, встретиться с людьми с Сомы. Ну, нам нужно, короче, щит поставить. Я это точно понимаю и знаю. Так, это у нас что? Давай сразу сравним. Так, 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 так. Этот у нас вот с этим нужно сравнить. Меч короля, легендарный двуручный, божественный двуручный. 88, 69, все, короче, оставляем. Получается вот этот меч проклятый. Руны бы еще в него поставлять. Есть руны у нас какие-нибудь? Ваш слабый завершающий удар освещает землю, нанося урон по области. Во, понял как. Это подожди. Чеки, таких у нас рун нету. Этот у нас стоит в топоре, да? Давай с топора его сюда возьмем. Атака плюс 2,4. Лук трогать не будем.
нам нужен щит, этот у нас. Зачем с мечом ты сравниваешь? Так, это у нас медвежий. Да, этот вообще стрёмный. А этот мы улучшить можем? Мы охренеть, как его можем еще улучшать и улучшать и улучшать. Так. Блин, а руби-то у нас тоже не так много, как хотелось бы. Броня. Ну все. Поулучшались. Я ничего, погнали тогда. Вернем Соне ее владение. Ресурсы, блин, не собирает. Ладно, хрен с ним, там стрела одна просто. Давай продолжим. Две группы ждут. По обе стороны от ворот. Нападать по сигналу и не мигом раньше. Вигмунд знает, что мы здесь. Конечно. Я вызову его на переговоры. Он отвергнет предложенный мир, а потом его ждет сюрприз. Вигмунд, бесчестный вор. Я знаю, что ты там. Верни мне Грэнта, Бридж, Вигмунд. Уже немало погибло людей. Говори со мной, как ярл с ярлом. О чем нам говорить? Что мне от тебя нужно? Ты гнусная язычница. Я же Тен, а ты грязь из-под мышки великана. Это мой город. Я сделала его шумным портом. Мы оба знаем, что ты выжмешь его досуха, если тебе позволить. Язычница! Сдохни в грязи! Откуда вылезла? Вигмунд, Вигмунд, последний раз говорю. Оставь Грэнта, Бридж. И тогда, быть может, я пощажу тебя. Ба! Грэнта, Бридж мой! Я здесь хозяин. И я очищу этот край от тебя... И твоих крыс,
как рану от гноя. Позволь дать тебе совет, старый медведь. Верный способ очистить рану от гноя отнюдь не меч, но огонь. Пора! Даны Грантебриджа! Верните себе свое! Колебал, он горит везде, блядь. Да растопчи ты его, пробили стену. Идем к длинному дому, он наверняка там. Так, это длинный дом? Нет, это не длинный дом. Смерть саксам, кто еще дышит? Живыми не брать, без пощады. Зря щит поставил. Ну я-то думал, видишь, думал, будет осада. Блин, нашего завалили. Надо поднять. Блин, записка о вещах Бирна. Я неблагодарна. Честь для меня, пустой звук, но я впервые задумалась, как лучше поступить. Остаться рядом с тобой или улыбаться, скрывая боль, или уйти, тем самым вытащив из сердца занозу. Что ж, я буду рядом, пока нужна тебе. Так, идем дальше. Thank you.
Так, ну что, пойдем дальше. Длинный дом. Игмунд, тебе от меня не спрятаться. Выходи и бейся. Язычники. Вигмунда нет. Его нет. Так, толстяка надо валить. Ну ёбри! Пиши мне иногда! Да блин! Зажал! Собака! Да брось ты его на. Вигмунда здесь нет. Он, быть может, прячется в городе. Будем искать повсюду? Нет. Он сбежал, это точно. Низкий трус. Но мы рискнули и одержали победу. Пройдемся? Протруби в наш боевой рог. Объяви о победе. Пусть весь Шир узнает, что Грентабридж снова наш. Рок возвещает радость, долгую жизнь и богатство. Как я? А кто же? Без тебя нам бы не взять город. С тобой пришла удача. Пусть мощь твоих легких снова вдохнет жизнь в мой город. Подбит у него был какой-то не совсем довольный. Пиры моего клана несравненны, правда? Ты доволен? Да, но праздновала ли ты или горевала? Я не мог решить. В ночь нападения из длинного дома доносились звуки бойни. И почти сразу город заполонили саксы. Я приказала уходить. Все мы умрем, но не так же. Это был черный день. Мне уже говорили. Саксы появились будто прямо из теней. В Грентебридже не было тайны важнее, чем этот подземный ход. О нем почти никто не знал. Теперь о нем знает не меньше сотни саксов. Однако в тайну были посвящены только я сама и трое моих помощников. Ты думаешь, что тебя предали? Я это знаю.
Но кто? Тут я не уверена. Лив, Галин и Бирна. Кто-то из них. Но кто? Ведь этот ход тайно вырыли мы вчетвером. Я надеялась, ты поможешь мне понять. Ты здесь недавно. Мне нужен свежий взгляд. Я обещал вернуть тебе твой город. Дело еще не сделано. Спасибо. Я поручу Галину, Ливу и Бирне избавить наш Шир от вигмундовых крыс. Отправляйся с ними, и ты узнаешь их по-настоящему. И кто из них меня предал? Трудно представить столь гнусное предательство. Тот, кто готов нарушить такую клятву, должен иметь какой-то изъян. Мне нужна беспристрастность. Мне нужен ты, Эйвор. Я помогу. Спасибо. Ходи повсюду, смотри и слушай. Обыщи город и тайный ход. Возьми. За то, что помог нам вернуть Грентебридж. Эта вещь прежде принадлежала моей семье. Куда латана нам? Отлично, нам дали опыт. Это радует. А еще нам дали легкий щит. Это несколько заданий. Ну хорошо, давай смотреть. Короче, опыт. Так, это что? Блин, тяжелый. Устойчивость мощных ударов. Снижает урон от мощных ударов врага. Его оружие светится золотым или красным. Вот, вот это надо. Урон от слабых ударов плюс 4. Слабыми сейчас пользуюсь. Окей, идем в эту сторону. Так, взяты несколько заданий. Предметы. Давай посмотрим, что у нас со щитами. Какой мы взяли? 49 блок 37. Так он какой-то не очень. Ладно. Подожди пока. Вторая рука у нас дальше идет. Вот этот меч. Щит нам пока не нужен. Так, а мне нужен магаз. Есть тут магаз? Да, магаз тут есть, пойдем. На рынках вновь кипит жизнь. Сама не теряет времени. Прошу, осмотрись. Купить, продать. Знаешь толк в качественных вещах? Вон. Да, отличная вещь. Татуировки, прически, прочие. Блин, пока не надо. Да ну что, денег так мало, 408. Давай безделушки все продадим. Ты приносишь такие странные вещи? А блин, что нахожу, то и приношу. Так, ну, наверняка пригодится. Попудово, давай мне 200. Вот этой фигни мне точно надо. Запасаться это мудро. На 150, нифига себе. Да я пока даже не знаю, куда это использовать. У меня вроде тоже там есть.
поможет в странствиях. Бери, будешь выглядеть очень грозно. Превосходный щит. Ну, блин, щиты мне не нужны такие так. Это все? Ну, блин, да. Мне уже пора. До встречи. Здравствуй, Эйвор. Хочешь подзаработать, да? А сколько он мне даст? У Реды целый список негодяев. Это первый пункт. Какое трудолюбие, Эйвор. Сам Тор позавидовал бы. Наверное. Так. А у него я могу только... Это, конечно, моя работа, но люди иногда о таких глупостях просят. Ну, купить-то ничего нельзя. Это он... Жду в любое время, друг. Ладно, друг, давай это самое. Посмотрим, что ты нам там дал за задание. Контракт. Данные товары Реда часто вызывают у воинов любопытство, а еще чаще зависть. Недавно один из таких воинов напал на Реда, пытаясь украсть у него оружие. Пришел час расплаты. Давай попробуем. Посмотрим, что нам за это заплатят. Где он? Это он? Да, контракт. Завистливый борт. Бейте цель. 6 часов 20 минут. А тут как раз мы сможем тогда поговорить. И здесь мы сможем поговорить. Ну, пойдем сюда. Заодно выполним контракт. Вроде бы за эти контракты мы должны нормально платить. Ты что сделал, дурачок? Должен прыжок веры был сделать. А куда это 400 с чем-то у нас идет? Тут главное он 200 показывал. А, 400 это золотая фигня какая-то. Только давайте не будем сейчас, блин, пробираться в дом непонятно с какой стороны. Давай просто грохнем цель и все. Дедуля как даст тумака и все. Одного. О, это такой мощный тумак. Что это за тумак такой, малышня? Нашего дедушки. И смотри осторожнее, а то схлопочешь. Думаю, даже его тумак меня не свалит. Сколько трусов так говорили, пока не получили. Один тумак, бац, смертоносней, чем прыжок волка. Что ж, я не прочь увидеть этот тумак. Ха, сейчас судьба настигнет тебя. Дедушка, тут еще кое-кто хочет твоих тумаков. Здравствуй. Да, я наделен невероятной силой, но об этом не стоит говорить. Если ты воин, выпьем меда у очага, Дрэнк. Поговорим о сражениях и поделимся мудростью. Ты ищешь мудрости? Не становись героем, как я. Эти тумаки — мое проклятие. Твои внуки и твое спокойствие пробудили мое любопытство. О, умоляю. Если я верно понимаю, куда ты клонишь, не стоит. Ха, лучше уходи, пока тебе нос не разбили в кашу. Дети, прекратите сейчас же. Я этого не хочу. Я хочу получить этот тумак. Выдержат ли его мои кулаки? Ох,
Боюсь, нам обоим это не понравится. Тебе конец. Я так устал. Вот, получай, как обещано. Победа за мной и моим тумаком. О, снова победа. Боже, за что? Приходи, если захочешь еще раз испытать мою силу. Я-то точно не хочу. Подожди, ты хочешь сказать, что ты по мне попасть не должен? Я вернулся. Ясно. Ты верно хочешь получить мой тумак? Да, пора. Я хочу получить этот твой тумак. Печальное событие. Береги-ка зубы! Ну, с Богом! Ох, так и день пройдет. Вот, получай, как обещано, победа за мной и моим тумаком. Это нечестно. Снова победа. Боже, за что? Приходи, если захочешь. Да пошел ты, блядь. Мою силу. Я-то точно не хочу. Ты бы бился до конца, а то что это за хрень? Типа один раз попал и выиграл, что ли? Вот это ты, конечно, даешь. Ну, чё, блин, разработчики могут поприкалываться, базара нет. Сюнин, разведай местность. А чё её разведывать? Вон сюда куда-нибудь пойдём, да и всё. Так, у этого... Нет, там у кого-то ключ. Опять начинаются ключи. А ну отойди. А ну отойди, да, бля. Держал. Залезть не может собака. Меня не должны узнать. Накину капюшон. Так, ну мне надо туда. Эйвер, блядь, не, давай не гони, запрыгивай уже. Дурачок. Бежишь, как хромой осел. Вперед, братья, победим. Мы победим. Сейчас вы победите. Блин, все стрелы, блин, по... Давай, залетай.
Все, подохли. Задание выполнено. Что дали мне за это задание, интересно? Мне дали 5 опалов. Ну, допустим, ладно. Огненная ловушка. Не знаю, не буду пока ставить. Вообще пока не пользуюсь этими штуками. Может быть, зря, конечно. Письмо от Вигмунда. Отец Кудберт. Благодарю тебя за помощь. Признаю, твои ученики очаровали меня. Они отличаются невероятным послушанием, залогом которого, полагаю, стали твои мудрые наставления. Прошу, продолжай посылать мне столь же бойких юношей. Крайне приятно беседовать с теми, кому так интересно узнать об Ордене Древних. Те, кто готов поспособствовать достижению нашей великой цели, смогут многого достичь. Так, ну здесь, скорее всего, будет слиток. Блин, а какой смысл в этом? Сколько их тут много? Стоит ли оно того, как говорится? Сейчас все сбегутся, блин. Где слиток-то, блядь? Нужно поговорить. Короче, непонятно. Ладно, нахер мне это не надо. Так, идем, короче, дальше. Вот сюда. Конец его лжи. Ты водил сюда в бурю? Да неужели? Эйвор, прекрасная погода, да? Сама сказала, что ты здесь, Лив. Что ты задумал? Избавиться от священника, что всюду славит Вигмунда, и охотно платит ему десятину. Сделаем так. Подкрадемся, убьем священника и вернемся к Соме. Вигмунд придет в ярость.
Как ты присоединился к Соме? Мы приплыли в Англию вместе, под знаменем Гутрума. Нас назвали Великой Летней Армией. Гутрум собрался в Уэссекс, и Сома вызвалась быть ярлом. А мне не хватило смелости. Что бы ты делал, будучи ярлом Грантабриджа? Я бы правил по-своему, придавая меньше значения словам Бирна и Галина. Не доверяешь им? Дело не в этом. Просто Бирна увязла в грязи, а Галин витает в облаках. Если бы нам всем грозила гибель, боюсь, они бы оказались бессильны перед ней. Гутрум сделал Сому Ярлскона и Грэнта Бриджа на твоих глазах. Ты был этому рад? Соме повезло. Едва она взялась за дело, город начал богатеть, а люди танцевать. Она умница. Жаль, что мне самому не хватило смелости взять благородное бремя управления городом на себя. Но это не важно. Сома — моя Ярлскона, и я верен ей. Ни один бог не изменит этого. Блин. Но он вроде бы ей доволен, да, доверяет. Плюс он, видишь, он сам говорит, как бы... Ну, он сам виноват в том, что он там не стал правителем. Расскажи, что нужно, чтобы строить корабли? Терпение и любовь. Я знаю каждое наше судно как свое дитя. Но нужны и деньги. Дерево, ткань и дорогие краски. К примеру, желтая, ее привозят издалека. Этот цвет приносит удачу. Думаю, поэтому мою краску украли пару недель назад. Воры, чтобы. Угу. Спасибо, Лив. Что ж, теперь убьем человека Вигмунда. Точно, точно. Пес Вигмунда ждет свою награду. Мои воины будут отвлекать саксов у ворот, а мы найдем священника. Ну, давай, хорошо, я согласен, нормальный план, пойдем. Он говорит, надо где-то найти, где. Так, ключ какой-то здесь. Непонятный. А хрен этот священник где-то здесь. Ну пойдем попробуем ключ найти. Блин, щитовики эти. Ну, слышь, сокровище получено, а, блин. Откуда сокровище? Ключ нужен. Стрелу отдать. Во, взять ключ. Попудово понадобится. Нам надо вот туда. Я уже иду. Ты заплатишь. Недолго тебе осталось. Пусть в глазах саксов я просто язычник, но эта церковь очень хороша. Сразу видна работа мастера. Господь наш Иисус Христос!
священника больше не будет отравлять Шир. Пойдем. Так, ну это мы читали, да? Да, письмо Вигмунда. Пошли. Волны. Ну все, покидаем. Так, поговорить с Ливом, где он? Быстро управились. Да, верно. Теперь я знаю, что ты ценный союзник. Увидимся в Грэнтебридже. Так, это есть. Пойдем. Пойдем дальше. Надо метки убрать. Это кто? Это попозже. Вот это хрен какой-то. Пико знает, это вроде 20 мощь рекомендуется, чтобы его грохнуть. Но, блин, я думаю, вряд ли. Он, скорее всего, какой-нибудь сильный собака. Хотя попробовать можно было бы. Но мы сейчас идем сюда, потом идем вот сюда. Там, блин, 600. А мы не можем скакуна вызвать? Можем, да? Я думаю, быстрее будет на нем. Прыгай давай, бля. О, ну-ка, стой. Как сойти? Патруль. Может иногда выпасть. А ты-то кто? Ой-ой-ой. Вот, а мощь 90. Я отвлеку врага. Блять, не дает. Короче.
Да иди ты нафиг! Нифига себе мощь, блядь. А я сохранился возле патруля. Мощь 90, блин, капец. А чё не пишет, сколько нужна мощь-то? Написали 20, охереть. Валим, валим. Да смысл мне с ним связываться, я его не завалю. Сейчас никак. Он свалил, там нет. Просто в этих патрулях иногда бывают вот эти редкие ресурсы, блин, которые нужны. Он пошел меня искать, короче. Ладно, хер с ним. Короче, тут с мощностью меньше сотки на них вообще не стоит лезть. Ногти растут, даже если тело остыло. Эйвор, мой могучий друг! Тут рядом укрылись люди Вигмунда. Мы перебьем их всех. Прям-таки всех? Чем меньше в шерсти в шее, тем меньше киска чешется. Вот как я считаю. Как ты присоединилась к Соме? Я приплыла в Англию раньше Гутрума, Ивара и Убы. Возила товары, обманывая и саксов, и данов. Я лгала, крала, получала в нос. Было трудно, но я научилась терпеть боль. Я над ней смеялась. Сома разглядела во мне не просто торговку. Я оказалась полезна не только себе, но и ее замыслам. Другие не верили тебе, а она сочла тебя достойной. Да. И за это я ее люблю. Впрочем, я люблю в ней все. С тобой людям становится веселее. Должно быть, с вами тоже. Умея читать чужие мысли, жизнь стала бы ужасно скучной. Но Соме кажется приятно быть со мной. Быть с тобой? Просто быть. Не так, как мне хотелось бы. Видишь ли, смех помогает смириться с горькой правдой. Радость жизни, вопреки страданиям, это бунт. Короче, она в Сому влюблена. Но я не знаю, может, она и не способна была бы ее предать. С другой стороны, видишь, она обманщица. Тебе нравятся другие друзья Сомы? Галин и Лив? О, Лив зверски притягателен. Так и хочется, чтобы он облапал как следует, а потом уснул на груди. Он все вопит о чести. Но благородные люди не устраивают пожары, чтобы геройски потушить их. Галин мастер думать мрачные думы. И сразу весь такой важный, просто прелесть. Пока непонятно. Так и день пройдет, а саксы упорхнут из гнездышка. Надо нам подобраться поближе. Моих людей позовем, если что-то пойдет не так. Так. Блин, темно. Идти с тобой в битву должно быть весело. Славно, что мы рядом. Лучше держись подальше. Вдруг поставлю тебе синяк. Ты лишишься локтя раньше, чем он появится. Нужно быть осторожнее. Подожди.
Да ну блин, прыгай давай. Тут ничего. Левый возьми. Да остановись ты уже, мать твою. Что тут ни хрена нету? Опять закрыто с той стороны. Видимо, заперто с той стороны. Заколебали. Найдите ключ. Угу. Так, ну-ка, Сёнин, а ты можешь найти ключ? Осмотрись, Сёнин. Вот он. Я ни хрена здесь не вижу. Так, книгу вижу. Письмо какое-то. Письмо от Вигмунда. Тен Рамбольд. Посылаю тебе небольшой подарок в благодарность за труды. Твои люди прекрасно обучены и жаждут сражаться. Прежде я не видел воинов, которые горели бы большим желанием вернуть то, что принадлежит им по праву, а затем защищать это. Твоя преданность безусловная, я знаю, что всегда смогу положиться на тебя. Победа будет за нами. А нет, Вигмунд. Ты... Рывок с броском. Ну, ладно. Пока не использую. 2 очка навыков. Нормально пойдет. Так, и 30 метров куда-то сюда. Что-то у нас еще должно быть здесь. А, доспехи охотника, ладно.
Убейте стражников. Ну а чё, где они все остальные стражники-то? Покажи мне. Тут что-то, смотри, типа золотого, да? Короче, вот стражник. Тебе конец! Там было что-то золотое. Мне показалось. Мы справимся. Так, надо этого поднять. Чего вы тут развалились, пацаны? Блин, короче, где-то они там. Нам надо как-то туда. Блин, как туда попасть? Сейчас, подожди, сейчас я приду к тебе. Что ты не взял-то с него, ничего взял? Ходить легко и бесшумно. Научился еще в детстве. Зимой далеко слышно. А я частенько упражнялась, лазая в окна спален и потом обратно. И залезет он. Блин, как мне попасть-то к ним туда? Че, кого тут целишься, братан? Я не знаю, как туда попадать. Блять, ходить сейчас будем полдня вокруг этой херни. Ну здесь бы не перепрыгнуть, но... О, блядь, сука, тупые задания, блядь. Сколько времени, блядь, на них теряется.
Потому что просто не можешь вот тут вот через забор перепрыгнуть. Но это капец. А эти два придурка опять пришли здесь. Эти вообще тут в доме сидят. Они, по-моему, вообще не собираются никуда. Этот спит. Уже бы игра бы делала бы так, чтобы они, блин, на тебя выходили как-то. Какого хрена я должен тут за ними бегать? Где еще один? Так, ну ладно, пойдем, что там нам нужно поговорить. Ты славно сражалась, Берна. Заигрываешь, Эйвор? Что делаю, прости? Расслабься, Дрэнк. Увидимся в Грэнтобридже. Так, у нас еще 2 очка получается. Навыков, да? Дальний бой. Блин, урон от скрытных атак. Ближний бой. Пока так. Карту смотрим. Идем сюда. Я бы, наверное, не переместился бы. Я тут на лодочке как-нибудь сам. Извините, блин, кожа нужна. 2 кожи дали, а. Кожа сердца. Если меня узнают, будет плохо. Так, а почему нас должны узнать? Давай мы просто бегом пробежим. Блин, ну долго очень, Сома, прикинь, за троих надо по троим этим хренам помочь. На нас свалилось столько бед.
Может, на Сому наложили проклятие? Сома всегда почитала богов. Проклятие на нас навлечешь ты, если нарушишь клятву и сбежишь. Эйвор, то, что ты с нами, честь для меня. Что ты задумал? Весь Шир хочет, чтобы городом правила Сома, кроме этих деревень. Их жители кормят войско Вигмунда. Поэтому мы сожжем их дома, быстро и дотла, как молнии Тора. Как ты присоединился к Соме? Однажды Вельва послала мне видение. Пронзив мой разум, оно развеялось. Но мне было мало. В надежде на новое, я долгие годы ел лишь белину, грибы и священные травы. Силы мои иссякали. Я скитался, одурманенный и безумный. Саксы хватали меня, но отпускали. Раз за разом. Сома нашла меня в болотах. Я был наг и одинок. Она дала мне все, в чем я нуждался. Я обязан ей жизнью. Видения обладают странной силой. Что ты видел? Я поднимался в гору и нес на себе льва и змею, и изнывал под их весом. Я изнемог. А затем появилась Сома и помогла мне. Мы добрались до вершины. Нам едва хватило там места. На пике, похожем на острие клинка, мы стояли, вцепившись друг в друга. Крепко. Я кажусь отстраненным, одержимым. Но боги всегда с нами. Я считаю мой долг защищать Сому от их гнева. А что ты думаешь о Ливе и Берне? Лив. Прирожденный моряк. Разве что очень увлеченный. А Берна, что ж, для нее жизнь шутка. Сома извлекла ее из канавы. Тайный ввоз товаров, чтобы не платить пошлины, много лжи. Клан есть клан. И я буду драться бок о бок с Берной, хоть она и груба. Но судьба ее не забудет. Думаю, пора кидать факелы. Избавимся от крысенышей Вигмунда. Зажигай факелы и поджигай наконечники стрел. Красный враг ветвей быстро очистит это место. Да блин, капюшон там можешь уже снять. Если узнают, пощады не жди. Обрушимся на них, как проклятие! Сожжем эти лачуги! Пусть расплатятся за то, что отняли Грэнта Бридж у Сомы! За то, что лизали пятки Вигмунду! Бля, бля, ты поджег дом? Но
Заколебали. Копейщики. А кто к нам с молотом придет, блин, тот от молота и погибнет. Пойдем. Его даже поднять не можешь, зачем ты его взял? Блин, будете дома сжигать или вы будете на них смотреть? Этот запах горящих соломенных крыш и торфа. Надо было убегать. Да? Не попал, а я попал. Так, что нам нужно? Свалить нам нужно просто, да, так и все. Заденет за живое. Ты ревел и крушил, как огненный сурт, шагающий сквозь пламя Муспельхейма. Увидимся дома, Дрэнк. Так, нам еще сказали осмотреть этот подвал. Кто-то из трех доверенных помощников сам и предал ее. Эйвор должен обыскать Гретен Бриджшир и выяснить, кто именно. Так, подожди, подожди, надо же нам это. Подвал нам надо как-то сходить. А вот он же, да, по-моему? Да быстрее будет. Давай отсюда пойдем. Так, лодки нигде нету. Ну ладно. Через мост перейдем.
А где этот подвал находится, я уже не помню. Его и не видно так, да? Это кто? Или это, блин, не тот подвал? Тайный ход, который они сделали. Он же был там в каком-то доме. Так, как мне туда теперь попасть? Блин, мы должны были из дома попасть в этот подвал. Получается, что мы сейчас попадем в него. Непонятно, блин, откуда что. Крест сделан краской. Где крест? Какой? Блин. Здесь капли желтой краски. Ты че, блин? А, во. Потайной ход ведет в длинный дом. Кто-то отметил его желтым крестом, а затем впустил чужаков внутрь. Похоже, предатели пара разбойников вышли здесь и направились к берегу. Подожди, а если они к берегу? Пойдем-ка к берегу. Может, там еще что найдем? Типа они тут куда-то направились к берегу. А тут нифига нету, да? Мы нифига не найдем. Ладно, пойдем обратно. Краска, отметили желтая. У этого, он говорит, желтую краску украли. Но он же может и наврать. Что-то больше нифига особо-то и нету. Это что? Дневник Сомы. Прошлой ночью мы праздновали, выпили столько же эля, сколько пролили, смеялись, рассказывали истории о битве, в которой все мы участвовали, насмехались над Вигмундом,
и тупицами, которых он называет воинами. Я чувствовала гордость, радость, облегчение. Казалось, будто мы никуда и не уходили. Запах длинного дома, треск костра, все было так, как должно быть. Но недолго. Улыбка исчезла с моего лица. Я нахмурилась, стиснула зубы. Снова вспомнила о крови. Сердце нас... Среди нас предатель. Тот, кто помог Вигмунду покинуть город. Тот, кто хочет, чтобы война продолжалась. Прощения не будет. Тот, кто последовал за Вигмундом, при жизни последует за ним и в могилу. Там еще что-то внизу есть. Как мне, блин, это найти? Выбери меня, Эйвор! Наши победы изумят самих богов! Сражайся вместе со мной! И пусть звучит песнь стали! Поедатель грибов! Эйвор, все получилось. Вот один из людей Вигмунда. Шнырял у Дуралепонте. Только не убивай его. Повеселись. Я буду в длинном доме, нужно все обдумать. Малыш, малыш, где прячется твой папочка? Грязные язычники. Грентебридж принадлежит лорду Вигмунду Олденскому. Город его по праву. Бедняжка. Не знает, что мы делаем с такими, как он. Ему не рассказывали. Мы ему покажем. Какие ручищи. Славные выйдут перчатки. А сердце у такого-то здоровяка. Можно накормить целую семью. Спорим ему глотку и напоим сады его кровью. Боже, нет, нет! Он на острове Или! Элдермен Вигмунд! Он там, в монастыре, клянусь! Не пришлось возиться до утра. Давайте свяжем его и пусть сгниет. Проклятые даны! Мой лорд прогонит вас с этой земли! Всех вас! Да помилует Господь! Зачем его убил? А вдруг этот трусливый змей хотел проклясть нас? Я не мог рисковать. Не-не, братан. Он же христианин. Вигмунд на острове Или. Я сообщу об этом Соме. Среди вас троих, из вас троих, предатель. Я к Соме пошел. Так, это мы уже читали. Сага о Риге, страница 2. О том, как Эрган язык и лезвие всех обманул. Зимы сменяли друг друга, и Риг рос сильным, но худощавым мальчишкой. Он был превосходным воином и сражался в великих битвах по всему Северному пути. Риг часто проливал вороного вино, защищая свою семью в бесконечной войне с Южным королевством. Известным как клан Кита. Предводителем этого клана был Эрган Язык Лезвия, который, по легенде, в разгар боя проглотил свой меч. Ригу было всего 12 зим, когда он схватил вражеского воина за голову и сжал ее так сильно, что оторвал. Той ночью он напился, вернулся туда, где оставил голову, и услышал, как она пропела: «Тебя предаст последняя завеса». Риг оставил череп себе, и с тех пор с этим зловещим трофеем приходилось говорить каждому, кто бросал воину вызов. По слухам, это давало ему преимущество, и поэтому Риг вышел победителем в множество битв. Так он получил свое второе прозвище – Риг, говорящий с черепом. Получена страница саги. Артефакт. Я не любитель артефактов саги. Что же рассказал человек Вигмунда? Вигмунд в монастыре на острове Или.
среди церковных крыс. Нужно продумать нападение. Но я не стану бросать ему вызов, пока в моем доме предатель. Что ты выяснил? Бирна влюблена в тебя. Безответная любовь – опасное чувство. Бирна всегда была непредсказуема. Но она воин, а не ребенок. Она не идет на поводу у чувств. Лив сказал, что желтую краску украли. Желтую краску трудно изготовить. Когда ее украли, он был очень сердит. Лив жалеет, что не стал притязать на власть и не правит сам. Лив занимает видное место в нашем клане. Он лучший корабельщик и знает, что я знаю это. Допустим. Лив недоволен тем, как ты правишь городом. При мне город процветает, как и гавань, где стоят его дракары. Ну, краску, значит, украли. Ну-ка, подожди-ка, а что тут у нас? Раньше Бирна тайком возила товары и едва ли жила честно. Даже у людей из самых низов есть честь. Даны знают это лучше других. Галин ставит свои видения превыше всего, как фанатик. Видения, как облака. Каждый видит в их форме свой смысл. И смысл, что открывается Галину, важен для него. Галин сказал, что был при смерти, когда ты нашла и спасла его. Да, его считали проклятым. Он плыл по воле волн. Но всем нужен тот, кто поможет им вернуться на берег. Я нашел послание для воинов саксов. Им запретили нападать на желтый дракар. Мы красим в желтые лишь отдельные части наших кораблей. Если в болотах есть желтый дракар, я должна знать. Я нашел много следов у потайного хода. Там же был нарисован желтый крест. Тот, кто предал тебя, отметил потайной ход и тем самым указал саксам путь в город. Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Так кто же предатель? Мне Галин не понравился. Он того чувака завалил. Мне кажется, он до хера знает. Тебя предал Галин. Ты уверен? Во-первых, когда мы типа их спасали, Галин был один. А те были с воинами. Воинов пришлось перебить. Галин какой-то странный. Плюс он фанатик, плюс он, блин, там грибы жрет, всякие зелья. Я хрен его знаю. Я думаю, что это он. В своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужен мне. Как ты думаешь поступить? Как должно ярлу. Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Галин, ты предал меня, мерзавец. Что за вздор? Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать явь со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома. Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен.
Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его. Я словно оторвала себе руку. Пусть ты убьешь Вигмунда, но это не поможет исцелить твою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Мы разобьем лагерь на острове Или. Ждем тебя там. На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла. Ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. Меня бы Сантор не перепил! Так, ну, выбор сделан, и уже ничего не изменить. Если я даже не прав, я хрен его знаю. Эйвор, хоть кто-то из взрослых ко мне прислушивается. Жду в любое время, друг. Хорошо. Так. Кто у нас здесь? Сан разыскивается за убийство. Мужчина по прозвищу Игиль, похотливая ворона, обвиняется в следующем. Он крал еду и убил несколько игданов, которые хотели поторговать с ним. Он высок и мрачен ликом. Игиль приступил законы данов королей Альфреда и Бургрида, а также законы божьи. Отсвет Рившира. Пойдем сюда, зайдем. Добро пожаловать. Так, кто знает, что может понадобиться в пути. Продать можем без девушки. Кто-то другой с радостью это купит. Блин, 400 не дотягиваем. Руна для доспехов, руна для доспехов. Давай вот эту, блин, урон от скрытных я продам. Вот, как раз есть 400. Наверняка пригодится. Да, стопудово. И сейчас мы купим опять же руду и кожу. Неприятностей? Поможет в странствиях. На этом все? Да, блин, у меня ноль осталось. Мне пора. Увидимся. Так, плюс у нас 2 очка. По опыту. Урон от критических. Так, устойчивость, урон от мощных ударов. Пойдет. Что за предметы у нас тут есть новые? Вон броня какая-то новая, да, появилась? Вот это вот.
Ну, блин, это все не мое. Видишь, тут клан Ворона, у меня клан Берсерка. А этому нет. Так, встретиться с людьми. Да, идем туда. Так, я бы, наверное, бы сохранился бы где-нибудь здесь. Хельхейми. Там они ответят тем, кого погубили. Чувствую прилив сил. Сома? Эйвор, ты все же пришел. Я этого не забуду. В темное время всем нужны друзья. Готовы убить Вигмунда? Да. Если что пойдет не так, мои люди вступят в бой. Так, найдите убить Вигмунда. Он скрывается в монастыре. Вигмунд. Он на вершине холма, я чую его. Надеюсь, ему нравится. Ну, понятно, где-то в монастыре. Ладно, будем искать. Надеюсь, ему нравится вид. Последний в его жизни. Эйвор, кровь в моих жилах кипит. Я слышу голоса павших друзей, вызывающих Вигмунда на бой. Он не покинет монастырь живым. Блин, по-моему, в монастырь можно пробраться как-то снизу, по всей видимости. Но вот опять же, как это сделать? Надо еще ниже куда-то. Ладно, стена не развивается, короче. Пойдем. Главного входа.
Блин, мешать. Так, ну охрану перебили. Пойдем дальше. Эй, сюда! Подожди, что здесь так темно-то? Пора тебе замолчать. За меня! Умрите! Я бы не ответил на такой призыв. Отдаешь их жизни в обмен на твою? Они никто! Ни земли, ни богатств, ни титулов! Меня же будут помнить! Память о добрых людях живет вечно. Ты же заслужил лишь проклятие. И пусть... Богатство давали мне власть. Проклиная меня после смерти, люди лишь укрепят ее. Я умру, но мой орден будет править всегда, повсюду. Сдавайтесь, отдайте нам то, что должно. Земля, сокровища, прошлое, а не наши. Наши, наши, наши! Если твой ад есть, ты там и окажешься. Вернемся в лагерь. Пока я не сорвалась и не сожгла это все дотла. Нужно быть осторожнее. Дома можно отстроить, посевы вырастут снова, но доверие так быстро не вернешь. Но у тебя есть новый друг и союзник, Сома. Я и мой клан. Буря скоро закончится. Ты прав, я знаю. Просто
В это верится с трудом, когда ты в самом ее центре. Блин, золота нету нигде. Видимо, нет. Так, что нам вернуться нужно? Ну, пошли. Вернуться в лагерь, пойдем. Ну, я думаю, что есть у нас еще один союзник. В лице Сомы. Путеводный огонь. Ты разоблачил Галина, призвал его к ответу. Я была в ужасе. Такое предательство само по себе смерть. Галин убил себя сам. Да, верно. Мне стало немного легче. На душе не так тяжко, но сердцу нужно время. Кстати, Эйвор, я кое о чем вспомнила. Это тебе. Возьми в знак моего уважения и доверия. Если будет нужно, мое войско твое. Ярл Скона Сома, благодарю. И еще кое-что. Мы поговорили с Бирной, пока готовились к битве. И, кажется, поняли друг друга. Пусть она расскажет тебе сама. До встречи, Эйвор из клана Ворона. Надеюсь, мы увидимся в Грэнтебридже. Эйвор! Бирна, сегодня ты одержала победу. Не принижай свои заслуги, Дрэнк. Это ты возглавлял нападение. Ты так бьешься, любо-дорого смотреть. Мы все бились славно. И теперь Грэнтебридж ваш. Вы вернули себе дом. Ха! Скоро здесь будут кишеть торговцы, жрецы и ривы. Все его чары развеются. К слову, в сердце Сомы не нашлось для меня места. А пожар уничтожил мой дом. Для Сомы главное Грэнтебридж и его жители. Благородно. Но мне этого никогда не понять. Думаю, я пригожусь кому-нибудь еще. Скажем, тебе. Ты хочешь жить в клане Ворона? И плавать, и драться. Если ты не против. Ну как тут быть против? Конечно, я не против, Дрэнк. Не, я не против, да, на самом деле. Я уже собралась в дорогу. Добро пожаловать в наш клан. Ветер зовет меня к Рандве. Сообщу ей добрые вести. Так, к Рандве, да, мы сейчас сходим. Ну давай, опять же, нам нужно очки распределить. Блин, я тут шел в какую-то сторону. Здесь бы нам открыть не мешало. Урон от способностей. Способностями вообще пользуюсь. Не пользуюсь, можно сказать. И это плохо.
Надо начинать. Так. Двести семьдесят. А чё, в принципе, надо улучшать и не париться? Здесь тоже, да, последнее улучшение. В принципе, блин, нормально все улучшено. Что-то Гринтер Бридж. Гринтер Бридж вновь во власти Данов. И вы заключили союз с Сомой. Предварительница летней армии. Вернитесь к Рандви с добрыми вестями. И у нас еще даже, наверное, половина карты не открыта. И есть у нас дополнительных заданий много. Надо будет тоже повыполнять. Говорю с Хайсоном. С Хайсоном ты поговоришь. Потом. Говори, или я скормлю тебе твой язык. Это что это, кто это, где? А, да, ну пойдем. Эйвор, послушай-ка. Этот Бакраут с дружками пытались разграбить Рейвенсторм. Остальные мертвы? Кое-кто, но больше сбежали. Ущерба много не нанесли, но украли часть снаряжения. Позвать Рандви? Нет, у нее хватает дел. Я этим займусь. Да отрубить ему голову и всего ну дела. Что, ты задумал поиграть в викинга, малыш? Готов пройти этот путь до конца? Я ничего тебе не скажу, Дан. Ни единого слова. Я не из Данов. И к чему мне слушать твои слова? Может, я хочу платы кровью? Отруби ему ногу. И ни к чему резать ровно. Можешь не точить клинок. Нет, постой! Только не руби ногу! Это сэр Эдвард велел вас ограбить! Он заплатил нам! Сэр Эдвард? Элдермен Вестерны. Так он себя кличет. Говорит, что ненавидит викингов. Особенно вас. И где же мне искать этого сэра Эдварда? Не знаю. Мы должны были собраться с награбленным у Дракара к западу от Рейвенсбурга. Мне сказали только это. Отведи его к Рандви. Может, обменяем парня на свинью? А я взгляну на тот дракар. Так, доберитесь до места встречи саксов. Ладно, мы сейчас доберемся. Подожди, нам нужно сходить к Рандви, блин. Дать медальон. У меня 4 штуки есть, да? Возьми. Членов ордена стало меньше. Что, еще один? Да, ты молодец. И хочу дать тебе этот знак глубокой признательности. Освободим Англию от этих чуть.
Нифига себе. Ядовитый выстрел. Ядовитый удар. Ну-ка, выстрел мы поставим. На единицу пока поставлю. Потом буду со способностями разбираться, не сейчас. Мне уже пора. Ступай с миром. Страницы кодекса искать, конечно, такое себе, блин. Так, что тут у этого есть? Эй, Эйвор! Здравствуй! У тебя есть для меня заказ? Ты деньги за это сможешь получить и развлечься заодно, скорее всего. А заказов нету. Возвращайся, когда будет настроение. Так, а что у тебя? Что предложишь сегодня? Есть в лавке. Это мне не интересно. Ну, блин, ничего такого он не предлагает, чтобы можно было бы там взять божественный молот. Спасибо, ладно, что заходишь. Мне пора в путь. Прощай. До свидания. Так, а этот нам ни хрена не сделает. Я уж не помню, что там нам нужно, нить или еще какую-то хрень. Я, блин, щит бы хотел изменить. Ну, нравится тебе это? Да, нам нужен этот. Никель нам нужен, а мы его нигде не можем взять. Ай, блин. Надо где-то никель брать. Ты в этом разбираешься. Вот щиты. Ну, опять же, смотри, видишь. Нужен, блин, никель опять. Погоди, а если этот сделать, то да, это хрень все. Все товары хороши, но этот особенно. Ручник клан Ворона. Плащи, доспехи, штаны. Тебе это нужно? Да и, блин, хрен поймешь, что у тебя тут нужно, что не нужно, блин. Да, неплохо сделано. Потом. Мне пора. Удачи. До встречи, мой друг. Так, в лавку пошел. А чё в лавку? В лавке только что было, у меня денег нету. У меня новые товары. Да что ты? Что сегодня предложишь? Что-то у тебя тут нифига нового нету. Идеально. Нет, правда? Эйвор, обязательно это купи. Да нафиг мне это надо. С тобой торговать, Эйвор. Ай, блин. Советую купить. Нет, правда?
Отличный. Еще увидимся. Приходи еще. Так, где там наш этот длинный дом, блядь? Это кто? Мне уже пора. До встречи. Надеюсь, скоро вернешься. Так, письмецо, да, мне пришло. Ну давай посмотрим. Пришло послание. Письмо от Кольберта. Эйвор, надеюсь, ты в добром здравии, и мой сын тоже. Кольберт отправил мне уже несколько писем, и некоторые из них были настолько подробными, что я будто бы увидел все описанное своими глазами. Он восхищается тобой, доверяет тебе. Моя душа радуется тому, что у него есть образец для подражания. Я знаю, что ты будешь с ним справедлив. Что касается меня, я уже привык к своей новой должности. Мне есть на кого опереться, а народ предан мне. Впервые за долгое время в Мерсии все спокойно, благодаря тебе. Король Кольфльф II. Эйвор! Дан и Грэнт и Бридширы теперь наши союзники. В том мне поклялась их ярл Скона Сома. Отлично, Эйвор. Это будет нам большим подспорьем. Еще как. Бирна, одна из лучших воительниц Сомы, теперь будет сражаться вместе с нами. Ей нет равных в бою и в дружеских перепалках. Нам с ней повезло. Прекрасно. Я рада. Некогда ярлом называли того, кто подчинялся лишь королю. Теперь все иначе. Так зовут вождей, старейшин и просто людей с деньгами и властью. Мир меняется, становится больше. Он разделился на множество частей. Думаю, наш язык должен измениться. Ха, интересная мысль. Калберт, ты здесь, чтобы учиться, а не учить. Тогда давай ты, Эйвор, поведай, скажем, о наших последних приобретениях. Клан жаждет знать. Мне что, произнести речь? Так. Услышьте же, друзья, мой сказ о трудах и победах. С того дня, как мы прибыли сюда, я многое повидал в этом новом краю. И в скитаниях своих заключил я немало крепких союзов. Кёлвульф, король Мерсии, стал нашим другом. На юге ярл Скона Сомы и Даны Грентебриджа поклялись нам в вечной верности. Мои с Сигурдом труды укрепили наши связи с... Послушать тебя, так ты ровня Сигурду. Интересно, что бы он сам тебе на это сказал? Сигурд знает, чего я добился, и хвастал бы этим красочнее моего. Но это не умаляет ваших заслуг. Ведь меня окружают храбрейшие и сильнейшие воины. Давайте выпьем. За Сигурда, да вернется он поскорее. За клан Ворона, верных и храбрых друзей. За Сигурда! За Сигурда! Да избавит он нас от тебя! И да будет ваш Эль столь же хмельным, как у Дага. Сколь! Сколь! Ты думаешь, я пьян, Эйвор? Что, правда глаза колет? Да, слова твои грубы. Но это говорит Эль. О, мой разум не затуманен. И я вижу, как ты мечтаешь присвоить славу Сигурда.
Ты несешь полную чушь, Дак. Скажи, я тебя чем-то прогневил? Ну, конечно. Ты... Враги наступают от реки, вроде Даны. Даны? Сколько их? Слишком много. Скорей, бой уже идет. Мерзавцы! Чем мы не угодили Данам? Кто может сражаться вперед? Прочие, ждите здесь. За мной! Блин, я так серию не закончу. Я только хочу закончить серию, и начинается какое-то событие интересное. Разве чувствуешь жажду битвы? Вам не уйти отсюда живыми! Фига. Я тоже так могу. Да это кто такой? Да ты зачем на него-то прыгнул? Всех перебили. На реке чисто. Если и был кто еще, то решил не лезть. Из Гетеланда, судя по расцветке и узорам. Но зачем они здесь, мы так и не узнаем, раз нет выживших. Один есть. Этот червяк полз к реке. Хотел уплыть от нас подальше. Пощади меня, прошу. Я тебе еще пригожусь. Хочешь жить, ответишь на мои вопросы. Откуда вы здесь взялись и зачем напали на нас? Мы осели в Восточной Англии. Приплыли недавно. Искали добычи. Что-то вы с курса сбились. Тут Мерсия. Я знаю. У нас был приказ. Чей же? Так я и сказал. Пес ты бестолковый. В собственном заду серебро ищешь. Убить его! Отмолчишься, будет хуже, Гёт. Спрошу еще раз. Кто вас послал? Сам ветер. А воды рек унесут нас домой. Да он просит смерти. Уважим гостя. Или отпустим домой. Пусть поведает своим, что их ждет, если решат сунуться к нам опять. Иди и не возвращайся. Благодарю. Ты не помилован. Твоя смерть лишь отсрочена. Расскажи тем, кто послал тебя, что здесь их ждет одна погибель. Я расскажу им все.
Пусть за ним кто-нибудь проследит. Мы найдем... Его нельзя было щадить. Все бы решили, что мы просто трусы. Другого выхода не было. Мы могли пойти за ним что-то выяснить, но теперь уже поздно. Сигурд поступил бы на моем месте так же. Мне этого достаточно. Сигурда здесь сейчас нет. Только я. Если вновь перейдешь мне дорогу, он об этом узнает. Я вижу тебя насквозь. Имею в виду. Пошел ты нафиг, Дак, ты идиот. Не обращай внимания. Лает он громко, но не кусается. Нужно убрать тела, а после поговорим. Так, еще несколько заданий. Пойдем-ка мы сходим, посмотрим на карту. Возможно, мы сможем еще союз кем-нибудь заключить. Посмотрим на карту союзов. И у нас получается, нам надо Восточную Англию захватывать. Тут у нас мощь 90, здесь 90. Нам Англию надо захватывать. Точно. Хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы мне награду дали ресурсы. Даны, что напали на нас, пришли из Восточной Англии? Да. Они служат человеку по имени Рут. Похоже, он сеет раздоры среди саксов и среди данов. Сыновья Рагнара давно хотели успокоить те земли, и поручили некоему Финеру найти короля из саксов. Но с тех пор королевство пришло в упадок. Короля так и нет, а народ страдает от жестоких набегов. Предлагаю отправиться в Восточную Англию и во всем разобраться. Значит, пора на восток. Поговорю с этим Финером лично. Прекрасно. Так, ну на этом я заканчиваю эту серию, уже больше 3 часов, 3,5 часа мы уже играем, поэтому я думаю, пора закончить. В следующей серии, я думаю, нужно будет повыполнять дополнительные задания, потому что у нас их дофига. А, вот эти задачи, которые, что у нас тут 4 часа осталось на выполнение данной задачи, на эту задачу 3 дня мне дали. Я, наверное, выполню это за кадром, это все-таки просто ради фарма. Вот, и следующее видео, как я уже сказал, мы по допам пройдемся. Посмотрим, сколько это займет времени. Ну и потом, естественно, новый союз. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.